Привет, меня зовут Дарья. Сегодня хочу поделиться впечатлениями о своем приобретении в интернет-магазине Naomi 24. Всего лишь за 125 гривен я приобрела 500 мл универсальной, а также профессиональной жидкости для снятия гелевого лака и биогеля. Хочу представить вашему вниманию профессиональные средства, которые очень быстро и эффективно снимет гель-лак с ваших ноготков. Также подчеркну, что данное средство не повреждает ногтевую пластину. Под действием жидкости гель-лак либо биогель очень легко отслаивается от ноготков и снимается без усилий. Жидкость у меня голубенького цвета, как видите. Вот так выглядит бутылочка. Чтобы открыть бутылочку, нам нужно вот здесь переключить, и легко. У меня просто она еще запечатана, я не хочу открывать, так как вот у меня есть еще немножко в остатках. Как видите, я постоянно ним пользуюсь, очень довольна. В состав этого средства входит у нас ацетон, вода, комплекс морских минералов, а также парфюмерная композиция. Все это вы сможете подробно почитать, узнать вот на бутылочке, все, что вас интересует. Хочу еще подметить, что температура хранения этого средства от 5 до 25 градусов. Это очень такой важный фактор, чтобы вы его учитывали. Также хочу рассказать о способе применения этого средства, если вы купили это средство и не знаете, как с ним пользоваться. Для начала вам нужно пилочкой устранить блеск с ногтевой пластины. Потом нужно нанести средство на салфетку или ватный диск. Но я вам все-таки рекомендую ватный диск, потому что он плотнее и легче будет работать с ним. И приложить его к поверхности ноготочка. Каждый ноготок нужно обернуть фольгой. Фольга должна быть плотной, не рваться. Рекомендую вам тоже купить профессиональную фольгу в магазине Naomi. Позже сниму видео, отзыв о ней. Если гель-лак был нанесен двумя или более слоями, рекомендую вам увеличить время до 15-20 минут. Да, ну если вы там один слоем покрыли лак, вам хватит всего лишь 10 минут, чтобы лак отслоился. Потом в конце пластиковым пушером или деревянной обычной палочкой устранить гелевый лак, не повреждая ногтевую пластину. Вот так очень легко и просто с помощью профессионального универсального средства снять биогель или гель-лак. Всем рекомендую такое средство, покупайте в магазине Naomi, и вы не пожалеете. Всем спасибо, с вами была Дарья.